четверг в Самарской области будет пасмурно. В течение всего дня осадки в виде дождя и снега, местами сильного. Температура воздуха в дневное время плюс 1, минус 3 градуса, ночью 0, минус 3. В Сызрани небо закроют тучи, осадки в виде снега и дождя, днем минус 1, ночью минус 3 градуса. В Тольятти пасмурно, днем снег, вечером дождь, днем минус 1, ночью 0 градусов, восточный ветер 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, сильный снег и дождь, днем минус 1 градус, ночью минус 1. Ветер восточного направления 5 метров в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 95%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.